Всем доброго времени суток, с вами Лесна Роуз. Мы вернулись, хотел сказать, Финдер-симулятор, прикинь. Вообще, голова уже поплыла. Сайка на Сутока, просто мне это все так напоминает, прям невозможно. Мы сегодня смотрим с вами основные концовки. У нас открыто только хорошее, не открыто вот эта концовка, когда нужно держать Сайка пассивной. То есть, если я правильно поняла, в комментах написали, что когда я беру ключ, она мне сама называет код, то есть нужно собрать будет дневник. Нам с вами нужно, если я правильно понимаю, не уходить. Отдать ей ключ или вроде того. То есть нам нужно не сбегать, а пообщаться с ней дальше. И вот концовка, нужно попасться Сайка, либо заснуть во время конца игры в нормальном или сложном режиме. То есть нужно, видимо, взять от нее, возможно, снотворное или что-то вроде того. То есть она вроде, когда протягивает аптечку, она же может тебя обмануть. Соответственно, нам нужно как-то получить эту концовку. Но пока давайте разберемся с вот этой концовкой, когда мы не уйдем. Не уйдем от нее, соберем дневник и не будем от нее убегать. Собственно, нам нужно, это быстро делается, ничего такого сложного нет. Просто вот я могла эту концовку еще в тот раз посмотреть, просто я этого, не знала. Что поделать. Берем дневник сразу, отлично. Надеюсь, у нас сегодня все получится, потому что вот концовка заснуть, я, если честно, не до конца понимаю, как мы ее должны с вами получить. Но я думаю, как-нибудь мы с вами и разберемся. Ну что, наша задача с вами не спеша ходить по всем коридорчикам, собирать, ходить по туалетам, потому что в кабинеты нам, очевидно, с вами не нужно, если вы помните. Нам это не необходимо. Вот, мы просто вот так потихонечку собираем странички, ходим, и все. И все будет нормально. ХП у нас 200, так что нам их хватит просто за глаза. Если я правильно понимаю, то не в тех же местах, кстати, листочки. Вот здесь листочка... А, вот он здесь. Хорошо, не страшно. Главное все туалеты обойти. Соберем мы это все быстро. Мы в прошлый раз это чуть ли не минут за 10, наверное, я сделала. Почему ты не дождался меня? В смысле, я могла ее дождаться? Надо попробовать. Надо попробовать. Мне и в голову не приходило, что так можно сделать. Слушай, реально... А может и правда ее подождать в кабинете просто? Так, ну вроде по туалетам и вроде по коридорам где-то разбросаны страницы, так что надо делать все это осторожно. И зависла надпись «Прости». Я что-то сегодня... Что такое? Сегодня багули ловлю, да? Ну, допустим, ладно. Страниц не так много, но что «Прости»-то? Оно пройдет? Нет? Но она... Вот видишь, она спрашивает, почему ты меня не дождался? Может, нам реально стоит посидеть в этом кабинете, пока она не придет? Может, вот это и есть какая-то концовка? Слушайте, ну хрен знает. Во-первых, как мы можем до этого догадаться? Никак, ребят, ну никак, пока мы до этого не догадаемся. Нам надо все это проверять, как бы, на себе, понимаешь? Ладно, она нас будет, если коцать, не коцать, нам это не имеет значения. Она будет просить дневник, но нам его давать ей нельзя ни в коем случае, потому что этот дневник очень ценен для нас, понимаешь? Главное, чтобы она двери обратно там всякие не закрывала, и чтобы она... нас не преследовала. Хотя вряд ли это так получится. Я, правда, не помню, где я все страницы находил, но они приблизительно в тех же локациях, единственное, маленько по-другому располагаются. Вот, все, в этом туалете мы собрали. Отлично. Значит, идем в следующий туалет. Я думаю, там последние две. Хотя... Может, в больших кабинетах еще... А, в библиотеке, ребята, в библиотеке точно был, был листок. Я это помню стопроцентно. В библиотеке. Хорошо, библиотека. Знать бы, где еще библиотека, но на втором этаже, кажется. Зачем поворачиваюсь? Расслабься, Ксюш. Мы услышим ее. Мы ее услышим. Откроем библиотеку заранее. Она за мной бегает, но ничего не говорит, кстати. Это еще что такое? Где диалоги? Типа, ага, попався. Где мои диалоги? Я не поняла. Мне это не нравится. Ладно, в библиотеке одна, и, наверное, в туалете в каком-то еще одна лежит страница, мне так кажется. Просто в туалеты очень хреновое место, если вы заметили, потому что там, на самом деле, в этих туалетах, она нас очень легко покоцает. Хотя, конечно, нам это, в принципе, без разницы, потому что даже если она нас покоцает, ничего не произойдет. Не знаю, где она ходит, сейчас она меня точно закоцает в одном из толканов, но мы быстренько. Мы очень быстренько все это сделаем. И, может быть, найдем листок. А, вот она! Шикарно. Все, ребят. Да, ты меня накажешь. Хорошо, ты меня накажешь. Ой, обещают, восьмерый будет медленный и болезненный.
У-у. Пожалуйста, отдай мне дневник. Рано, дорогая, не готова еще. Еще не готова, Китя, надо подождать. Как в этом видосике. Китя, надо подождать. Еще последняя страничка. Я еще ее не собрала. Сейчас соберу, отдам. Я тебе обещаю, гарантирую. А еще мы попробуем ее все-таки реально подождать, ребят. В кабинете директора. Сколько, правда, ждать, непонятно. Может, там посидеть надо. Просто она из-за того, что спросила, да, меня, как бы, что-то не дождался. Это наталкивает на мысли, что, может быть, и стоило бы. Ну ладно, посмотрим. Сейчас вот это пройдем и попробуем. Сейчас попробуем ей сдастся, естественно. А потом нам надо, чтобы она нас покоцала. И если я правильно понимаю, да, под конец игры, то есть, видимо, когда у меня совсем будет мало хп, принять от нее лечилку и, соответственно, что, уснуть вечным сном младенца. Вот что. Такие дела. Я надеюсь, все в тех же местах располагается. Бляха, прикинь, нет. Отстой! Здесь нет страницы. Да ладно, прикинь, страница-то не здесь. Почему? Почему? Так, тут закрыто, тут всегда было. Соскучился? Оп. Не волнуйся! Хочешь дневник? Я собрала страницу для тебя. На, возьми, я все сделала для тебя, детка. Скажи мне код, и мы разберемся. Я молодец, я знаю, я лучший сэмпай. Я самый лучший и заботливый сэмпай на свете. Поможешь мне? Трясет ее, правда, знатно. Как вы думаете, она скажет теперь еще раз? Я скажу тебе код, помните, она сказала вторую цифру? Вторая цифра, умри! Один. Хорошо. Один, ноль. Так, так. Умри. Ну, я же говорю, нет, точно то же самое. Приди в себя. Ой! В смысле? Ты в порядке? Мне надо было... Чего бы мне отпускать? А... Чего? Почему? Стерва! Да ладно, то есть надо было от фразы «умри» бежать? Я не знала, Это что за подстава-то? Алёшечки! Алёшечки! Я-то надеялась... То есть, я думала, это типа приколюха. Она скажет «умри» и как бы, ну, и ничего мне не сделает. А она вон она чего. Нет, не отдам дневник! Ты плохо себя ведёшь. Просто отвратительно. Понятно? Таких плохих девочек еще поискать надо. Как тебе? Вот, ну, что это такое? Я вообще-то для тебя тут стараюсь-то. Для кого стараюсь-то? Чей дневник-то собираю? Кто такая дурема по всей школе все потерял? Все, иди сюда. На! Сейчас она говорит, умри, и мы бежим. Все, в этот раз она меня больше не обманет. Все, слушайте, по тем же местам все находятся листы. Мне больно, сэмпай. Что больно? Ой, ой! Я скажу тебе, кот, ты видел? У нее иглы были, в смысле, стекла были в ногах. 3, 9, 5. Так, 3, 9, 5. А как у нее стекла оказались? Видимо, она пробежала по тому кабинету случайно. Кот, мне скажи, пожалуйста, без сюрпризов. Быстрее, ну. Мне еще электричество. 3, 9, 5, 6. Я останусь, останусь. Я только электричество, не убивай меня, ладно? Ничего? Ты там как, потерпишь? Только не убивай меня, ладно? Черт! Хочешь ключ к одной из закрытых дверей? Комнат. Возможно, я дам его тебе. Давай сыграем в игру, говорит сэмпай. Если выиграешь, я дам тебе ключ. Похоже, ты не очень хочешь играть. Твою ж мать! Мне никак не везет, я никак не могу дойти до кода. Почему я электричество сразу не врубила, а? Я рада, что ты на мне сидишь. Можно я код, ну, открою? Так, ну идем к дверям. Отбьем к дверям и смотрим концовку. Оно не сломалось, ребят.
Отдай, говорит, мне ключ. Я не допущу это, у вас отобрали ключ, так? Хорошо. Ой, эй, сэмпай, не это ищешь? Оп, оп, так, что? Это вот та самая концовка, видимо, да? Вот это махач начался. Ой, что это с ней? Отдай мне ключ. Давай, сэмпай, ты сильнее этой девки, ты сможешь. Ой, ой, что за флешбеки? Как он был с ней мил, вот эти флешбеки. Так она и была длинноволосая, потом, видимо, постриглась, да? Ты хоть поняла, что ты наделала, глупая? Прости. Так, и что? А он просто уйдет? Тебе ее жаль, да? Ой, ну не плачь, ты чё? Она нож выкидывает, вот, ого! Это как? И она его даже не пытается... Это единственная хорошая концовка, походу, во всех этих режимах, да? Она просто его отпустила, да? Это лучшая концовка. Не хорошая, а лучшая концовка. Очешуеть. А теперь мы просто ждем ее здесь. Не уверена, что это сработает, но давайте подождем. Странно, она хотела предложить мне сыграть в игру, видимо, камень, ножницы, бумага, чтобы дать мне ключ от кабинета, но тут, понимаешь, если она, ну, как бы в янгире, она просто валит тебя, если ты это делаешь. Поэтому здесь мне больше интересно... Если играть с ней в камень, ножницы, бумага и проиграть, она просто коцнет меня? Или, ну, или прям вот... Ну, пока не знаю. Ладно, эта концовка была понятна. Мне единственное, я не поняла... она была посмотреть, какая из. Но нам нужно под конец заснуть. То есть выпить то ли снотворное, то ли еще что-то. Она бегает, но я вот не знаю, она вернется или нет. Ну, она подождет. Как бы. Ну, сколько подождем? Ну. Ой, какое счастье! Позволь помочь. Соскучился по мне? Ты же знаешь, я не сделаю тебе больно. Еще мне отпускать, а я не Так я и не ухожу, ты чего? Я же тут стою, я никуда не собиралась уходить, эй. Так, она меня опять закрыла, да? Я не позволю тебе сбежать. А, она за дверью все это время стоит. Прости. Прощаю. Я просто хочу понять, как мне что-то ждет вообще, какая-то концовка меня ожидает при этом, при всем. Или она просто будет за мной ходить. Я хотела, чтобы она со мной сыграла, типа. Без понятия, что нам с вами делать. Ну, давайте походим с ней. Да? Не торопим. А что отпускать? Я не прошу, дорогая. Я ей, собственно, виси сколько хочется тебе. О-о, отдай мне ключ, она сделала. Так, хорошо. И что? Что-то... Дурак! Попробуй забери. Опа! Так, попробуй забери. Это в смысле? Попробуй забери. Попробуй забери. Ну ты что издеваешься надо мной? Ты видала? Бегает от меня. И долго мне за ней ходить? Как же мне забрать ее ключ? Она отдала мне его. Это что, нормально? Не понимаю я. Вы что-нибудь понимаете? Я нет. То есть, если она будет пассивной, это и есть, ну, я... А я ей, ну, как бы, давай бегать вместе, если ты не против, да? Только не агрессивничать, ладно? Но, видимо, она больше не будет психовать на ключ. Так, руки... Надо было сразу бежать, короче, открывать, потому что пока она отдала ключ, она была пассивной. Ну, прощаю, ладно. Я не знаю, что я делаю. Я просто какой-то фигней занимаюсь, если честно. Попробуй, забери, говорит. Угу. О, она порезалась. Тебе не больно? Так. Значит, Б2.
Ок, бежим тогда в Б2 сейчас. Не знаю, зачем нам код собирать, но, видимо, надо. Будем это делать постепенно и, наверное, под конец попробуем заснуть. Видимо, в этом смысл, хотя я, конечно, не уверена. Так, хорошо. Я записываю Б2. Мне кажется, под конец имеется в виду с полностью собранным кодом надо уснуть, наверное. А, поэтому я, собственно, сейчас вот так буду ходить здесь. Надо, чтобы она была добренькой ко мне. Если я правильно понимаю, не знаю, что это мне даст, конечно. Я тебе предлагала свою дружбу, но ты не хочешь. Я была покладистой, хорошей, замечательной, самой лучшей вообще. А она, вот ты понимаешь, мной просто воспользовалась. Издевалась надо мной, как я не знаю. Ну, ключ она меня каждый раз забирает, но что-то я не совсем... Опа, кстати, вот, смотри, страницы в коридоре. Раньше такого не было, чтобы вот здесь были страницы. Значит, они все же рандомно появляются, ребят. Ой-ой! Я не заметила растяжку! Вот эти растяжки! Вы о них мне говорили, что типа надо под конец игры, что ли, в нее попасться. Имеется в виду. Ну, это, видимо, да, реально под конец игры. То ли когда совсем мало хп, но это мы попробуем, то ли когда действительно собран весь код. Дура какая, а? Ну, больно же! Ну, получается, мы с вами делаем, ребят, абсолютно то же самое все. Точно так же собираем ключики, точно так же включаем электричество. На всякий случай проверяем теорию, если пройти целиком, да, потому что, опять же, не ясно, как сработает эта концовка. Растяжка пока только одна, к сожалению, была, больше я пока не видела. Раньше в коридоры прям были растяжки. Соберем код, включим электричество и, ну, не знаю... И пока непонятно. Ну вообще, и смотри, можно, я так понимаю, взять у нее лекарство, когда она его даст, и если она его... Это была ловушечка ее. Может, в них надо попасться под конец игры, подразумевается. Но она как бы не всегда приходит, то есть если она рядом, и я забегу, и там будет... О, у вас кружится голова. А то, что кружится голова, может, это оно и есть? Ну вот голова кружится, но спать-то я не упала, так что... Вас клонит в снов. Ага, вот, вас клонит в сон. Спокойной ночи, говорит сэмпай. И что, и концовка получится сейчас? Так, все, я не допущу, он сказал. Предупреждаю тебя, сэмпай. Предупреждаешь меня? Ой-ой-ой. И все, я уснула. Вас поймали. Это оно? Да. Кажется, это новая, это та концовка, да? Ты наконец проснулся, сэмпай. О, этого я не видела. Ты правда думаешь, что сможешь сбежать? Мы попались, и я такого не видела. Она сидит здесь, как медсестричка. Чего бы не отпускать тебя? А, тут, по идее, наш друг должен валяться. Я, кстати, не проверила, но мне кажется, в этом и дело. А мне все равно нужно вырваться, ты уверена? Блин, мне надо было попасться на ее уловку, когда, наверное, совсем мало хп у меня осталось. Я вот пока не понимаю, что происходит. Ты же знаешь, я не сделаю тебе больно. Ой. Пожалуйста, прими это, сэмпай. Спасибочки, сэмпай. Прости. Меня поймали! Так что? Эй, сэмпай. Ага. Ага. Мне нужно лекарство принять. Так, вот здесь она разделала нашего друга. Ой, прости! Ну что ты, я тебя поглядываю по сёчкам. Прости. Ну что, она что-то улыбается? Хочешь узнать код? Я скажу тебе код. В смысле, ты скажешь мне код? 9. Не поняла, она мне код хочет сказать? Да, блин, это опять было лекарство. Где снотворное? Глупыш, давай мне снотворное. Во! Так. Все. Это снотворное было. Я не знаю, получится ли сейчас концовку взять, но она на мне сидит, и я спать хочу.
Так, быстрее, надо как минимум ХП ставить. Давай, давай! Извините, мне кажется, это нужно. Все, 16 ХП, мне кажется, этого достаточно для концовки этой. Это же она мне, да, дала снотворное? Окей, значит, я все правильно делаю. Так, все, я засыпаю. Концовка? Вас поймали, да, и у меня 16 ХП. Уснула? Плачешь? Че с тобой? Че она лежит? Кто-нибудь знает? Нет? Проснись, может быть. Что-то она не хочет просыпаться. А у меня никак не выйдет получить эту концовку, черт подери. Как же мне это сделать? Но мне надо было, наверное... Без понятия, что мне надо было. Она же меня добьет сейчас. Но она спит, короче, она явно не проснется. Вы ничем не больны. Как не больны? Почему она спит? Сайка, ты чё? Ну мне же больно! Да, ты сделала мне очень больно. Как мне выбить эту концовку, ЕВГ? Тогда дай аптечку. У вас опять кружится голова, я поняла. Электричество бы успеть врубить до этого момента. Потому что мне кажется, это важно. Если я врублю почти электричество, может, она будет уверена почти, что я знаю, что делать дальше. Я не знаю, я пока не поняла. Она мне на шее опять сидит, да? Я все жду, когда появится нужная мне концовка, но пока не появляется. Она за мной бежит. Вот опять, смотри, я который раз засыпаю, но это уже конец игры означает? Или все же... Наконец-то! Получилось! Надо было просто врубить электричество, чтобы игра подумала, что я почти в концовке. И тогда бы она сработала. Так. Ага. Что происходит? Почему ты не дождался меня? Я очень разочарована, сэмпай. Ага. Воу! Все, до свидания. Я же велела тебе ждать. Вот и все, и нет твоего любимого сэмпая. Даже Яндери поумнее будет в Яндере-симуляторе. Плохая концовка. Даже она будет поумнее, потому что что? Правильно, она хочет быть со своим сэмпаем, а ты его убила. Ну, какая логика-то в этом? Дурында, все? Отлично, только концовки режима ингри остались. Я подумаю. Тут нужно, понимаешь, во время побега, да, попасться в спящий газ. То есть нужно пройти целиком игру и попасться под веселящий газ. И здесь просто сбежать надо. Ну, в общем, посмотрим. Наверное, нам стоит, конечно, их посмотреть, но я подумаю над этим. Пишите, пожалуйста, в комментариях какие-то новые советы, может, какие-то еще ачивки. В общем-то, мы сегодня достаточно много ачивок заработали, это не влияет никак на концовки, но типа погладили мы ее, да, там еще что-то мы сделали с вами, я уже забыла, вот у меня всплывали сообщения в Стиме, что какие-то достижения я получаю. Может, какие-то есть еще скрытые интересные достижения, напишите, пожалуйста, в комментариях. Вот, допустим, кто-то писал, что на режиме, сейчас скажу, на режиме Яндере, она может тебя просто отпустить. Я не поняла, о чем речь. Мне кажется, это вранье. Ну, потому что как это? В смысле отпустить? Типа, ничего лишнего не видел, поэтому она может тебя отпустить. Не знаю, не знаю. Может, вы что-то по этому поводу знаете. Обязательно пишите, на какой сложности и что нужно сделать в комментариях. Отдельное спасибо спонсорам канала. Мы с тобой увидимся в других роликах. И пока.